вами канал Львы Атакуют, и сегодня мы поиграем в игру под названием Clash Royale. Так, давайте зайдем в квесты, соберем, так, Мега Миньон. Так, вот наш клан, Сочи. Запросим адскую башню. Так, тут ничего не изменилось. Так, что это? Так, давайте купим адскую башню. К сожалению, у меня всего лишь 8000, а до эпического сундука 10000 нужно. Ладно. Так, что это? Так, урон был за победу, ускорение. Блин, 300 гемов. Не. Вот что это? Начать делать. Золотая лихорадка. Мне друг про нее постоянно рассказывал, но я что-то в нее не играл. Вот сейчас поиграем. Так, сразу видно башни в золотом цвете. Так, давайте. Файербол. Пока дефаемся вроде. Так. Кстати, да, у меня гоблина 11 уровня. Вот просто минус 500 хп. Мне постоянно все говорят, у тебя гоблин 11 уровня, как ты не на 10 арене, не на 11? Я бывало поднимался, а бывало, вот, к примеру, даже не знаю... Поднимаюсь почти на 10-ю, мне остается 30 трофеев и проигрываю. И потом начинается слив, потом опять поднимаюсь, и вот так постоянно. Ой, в общем, да. Так, давайте адскую гончу. А, нет, нет, давай. Фух, успел. Ну вот поздно магу он кинул. Если бы вместе с Хогом кинул, это бы жестко было. Так, лети. Да, сейчас мы выпустим еще кладбище. Попытаюсь принцессу. Тут у меня вообще тактика адская гонча и кладбище. Ну, может, там громовержец. Принцесса, это уже прям в таком, в лучшем случае. Вот принцесса, кстати, спасает сильно. И вот, все, минус башня. Да, кладбище это просто... О, 80 монет. А, ну все, я понял. Вот смотрите, просто минус 1000 хп на главной вышке. Благодаря кладбищу. Ой, вот маг вот этот, он... Так. Вот еще минус громовержца, то, что... Вот, к примеру, маг отвлекается на гига, громовержец стреляет в мага, и маг отвлекается на громовержца. То есть, ну, как бы есть и плюсы, и минусы, но, в общем, мы выиграли. Наверное, надеюсь. И yes, все. Yes, так, давайте. Плюс 29, серебряный сундук. О, 98 монет. Всего 4000, я так понимаю, можно монет набрать. Так, Алекс. Алекси Тачи. Капец, какие ники. О, ведьма 4-го. Раньше у меня вообще была колода. Когда у меня еще принцесса выпала, у меня была прям просто имба. Гиг-скелет, варвары, принцесса. В общем, вот я просто... Раньше у меня эта имба была. Теперь другое. Прям вспомнить не могу. Вроде... Первый гиг-скелет, потом
варвары, потом не помню, что потом вроде принцесса. Но построить это было очень сложно. Как понимаете, гигскелет 6, варвары сколько? 5, вроде я уже не помню, и принцесса 3. Получается 11 и 3, 14 эликсира. А ведь потом он же мог еще на другую вышку, то есть надо было и дефаться, и идти в атаку, в общем. Ой, дровосек. Кстати, дровосек это просто, он очень сильный, вот просто не могу. О, клон. Так, давайте дальше. Принцесса Ран. Так. Вот еще миньоны, вроде 3 миньона, ничего, ну блин, 10-го левела это минус как минимум 200 хп. И дракончик тоже, вот я не понимаю. Он вроде из маленького расстояния стреляет, но и из большого как-то он странно. Не успеет. Фух, почти успел ударить. Ну, мы пока вроде в плюсе на 200, да, на 200 хп. Так. Вот мне еще жалко то, что фаербол не убивает с первого раза ведьму. Ой, жестко сейчас будет. Ой-ой-ой. Но у него 8, 800 хп. Ой, блин, еще маг. Нет, все. Ой. Ви. Стоп, мы еще дефаться можем. Давай, успей. Так, стоп. Давай, быстрей. Давай. Ты почему? Чё? Я говорю, дракончик это просто рандом. Нет слов. No comments. Темная ведьма. Мне сначала показалось, что это обычная ведьма первого уровня. Ну, смотрю, темная ведьма. Кстати, по мне, как темная ведьма, это, ну, такая себе. Вот плюс то, что она выпускает летучих мышей и минус башню. Начало изи-пизи. Лемон-сквизи. Yes. Так, ну, она выпускает летучих мышей, ну, может быть, в ближнем бою, там, не знаю. Ну, вот единственный плюс летучие мыши, как по мне. И все. Если бы она с расстояния стреляла, вот это было бы прикольно. А так, голем 4-го уровня. Ой, давай еще темную ведьму, клон. Вообще будет вишенка. Давай, где клон? Давай, я жду. Давай, темную ведьму еще, там, гигскелета. Что у тебя есть? Ой, голем, это просто имба. У него очень много жизней. Вот у него эликсир, правильно, 8, что это имба. А у гончи как-то, ну, могли бы поставить, не знаю, 6, ну, блин, 7 это. По сути дела, гонча это просто танк. Она просто летит, и, ну, дамаг у нее там 70. Не знаю, ну, по мне, как она просто идет, чтобы башня на нее отвлеклась. Так. Еще у моего друга была колода такая, шахтеры кладбище. Вот она тащила. Главное, чтобы не было бревна у противника и разряда. Так она тащила, прям жестко.
Знаете, такая принцесса, громовержец и скелетик с половиной хп. Ну, все. Мне пофиг, я иду в атаку, все, ничего не знаю. Давай, давай, давай. Я еще дефаюсь. Так. И... Изи. Все, зато снес башню. Все. Зато я снес одну башню. Ой, ладно, давайте. Так, что здесь? Тут вроде ничего не изменилось. Так, также за 100, за 10 тысяч. Ладно. Давайте еще раз в бой. Пожалуйста, в этот раз-то я выиграю. Так. Ой, пламенный дракон. Вот просто... Он может снести вышку, просто если его не дефать. Просто один минус вышка. Блин, ай, громовержец. Нет. Вот опять. То же самое, что и дракончика. Спасибо. Да, изи-пизи. Ну, я же говорю его просто вот то же самое, что я сейчас сказал. Hello. Ну, принцесса-то, надеюсь, добьет. Кстати, на правой вышке 2018. Давай. 87 хп. Ой, у него громовежец. Ой, макач. Ну, может... Ты куда пошел? Ясно просто. Взял и ушел. Ой, ну, конечно, мало дамага они нанесли. Ну, блин. А если бы там, не знаю, гиг-скелет, гигант какой-нибудь был? Здесь-то просто повезло. Кстати, у меня, вот когда я сношу вышку, вот такая тактика. Гончие и гоблины. Бывают такие противники, которые гоблинов не замечают и не дефают их. Ну, счет 1-1. Я в плюсе. Че так жжешь? Я тоже умею. Ой, бревно еще. Кстати, вот как по мне, лучше брать, вот как бы, если сравнивать бревно и разряд, разряд можно как бы в любое место, бревно нет. Ну, бревно зато как бы по длине оно катится и всех. Ну, в общем, не знаю. У него еще спарки. У него сколько, 4 леги или 3? Так, ну, стоп, у него же нету этого эликсира. Так, все, минус вышка. Так, 2-1. Да вы серьезно? Yes, все. Успею, нет, за 20 секунд. Так, давайте сразу на троечку. Так. Ну, так же дефаться давайте. Так, давай, давай, давай. Успеем, нет. Быстрей, быстрей. Нет, все, не успеем. Но все равно мы выиграли. Yes, 2-1, мы выиграли. Так. Серебряный сундук. Ладно. 208, ой, 258 монет. Ну ладно, давайте на этом мы закончим. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, поставь лайк, подпишись на канал, поставь колокольчик под видео. Делись этим видео с друзьями. В комментариях пиши, в какую игру мне поиграть в следующий раз. С вами был Лев, канал Львы Атакуют. Жду вас в следующем видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.